Алейкум ассалям. Салам алейкум. Вы на канале Top Family Life. И у нас сегодня вторая часть экстремальных шашек. Вот у нас уже в целом все напиточки уже готовы. Мы переходим к игре, друзья. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ала! Ту-ту-ту-тум, ту-тум. Белые первые. Ты ходишь? Нет, друзья, хожу, ладно. Я не люблю, если честно, ходить первые. Ух ты. Друзья, но я надеюсь на то, что вам понравится эта игра. И вы обязательно подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписались. Так, конечно же, ждем ваш лайк. Она заметила это все-таки. Ня! Давай. А, сок с лимонной кислотой. Круто. Блин. Сейчас что ты хочешь пить? Сейчас стаканчик мне достанется. Прошу вас. Какая-то там... Это перец. Это перец, друзья. Вкусный перчик. Это соль, перц. У меня сейчас глаза из орбиты вылезут. Конечно, только вот так вот. Так вот. Пахнет чаем. Но с чем-то. Вот хей, знаешь. А, с перцем. А, ну хорошо. Хорошо. Сейчас, я думаю, будет очень вкусно. Угу.
Что это такое? А перец до сих пор ждет. А, это лимонная кислота. Вкуснятина мне досталась. Тебе досталось. И ты что такое? Не знаю. Пахнет тушенкой. Фу. И газами. Какими-то. Газами? А, это лемон-лемон, наверное. С тушенкой. Я теперь же понимаю Риналя, когда он пил тушенку. Уф. Тушенка выпала. Поднимите, пожалуйста, и съешьте. Или это гриб пошел расти. Как же это просил. Ладно. Прошу вас два стаканчика. Ваши комментарии. Тут гриб. Фу, блин. Какая вкуснятина. Уф, друзья. 72 hours later. Чё надо делать? И так мы сделали. Это что-то такое темное, пепси, наверное. Фу, это соленая пепси. Пепси с солью. Вообще вещь. Че, друзья, тут... Я уже готов. Тут тоже что-то... Тоже какая-то пепси-кола. По-моему, перец плавает. Ну, что-то да, попахивает. Че? Ничего страшного? Перец? Я... Теперь что, мой ход? Наверное, твой ход. Так. Хорошо. Фу. Фу, это майонез какой-то. Майонез чем-то там. Вкуснятина, вкуснятина. Ну как? А я не заметила ничего. Тогда подставляйся обратно. Смешно. Вот так мы делаем. Он дамкой так. Хоппа. Да ну, я так не играю. Что твоя дамка стоит тут, молчит, вообще ничего не говорит. Я не играю. Главное не забыть вот это темное, чистое. Это дамка. Темное, чистое, это дамка. Это что такое? Блин. Это сметана, наверное. Это сметана с чем-то газированным. Ну, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Это папик. Как у нас пропорционально идут? Мы одинаково практически с тобой выпиваем. Фу. Какая мерзость. Какая мерзость, это ваша зеленая рыба, да? Ну, ладно. А я же хожу вас. Как это? Я только что выпил. А, да? То, что ты съела. Чем интересно? Опять лимонная кислота. Ну как мама быстро пьет, не то что в прошлой серии. Верно. Жажда. Ага, жажда. Так. Выходит мама. Теперь же хожу я, да? Я же говорю, я не люблю никогда ходить первой. Можешь прям все забрать. Ну, здесь выхода нет, по сути, действительно. Можно все забрать. Туда сходи. Это я все могу, короче говоря.
Выпей, парень. С чего начать? Можно все смешать в один бокал. Что здесь такое плавает? О. Тушенка. Тушенка? О, блин. Тогда я как-нибудь этот переставлю. Здесь перец, походу, плавает. Это острое. В конце запьем вот этим. А первый ты не посмотрел. Че, Шерхан, хочешь за меня выпить? Ну, кстати, Ренальд, в прошлой серии чуть побольше стаканчиков выпил, чем... Вот поменьше, чем папа выпил. Папа побольше. Чем Ренальд выпил? Ренальд выпил все 12. Ой, точнее, побольше, чем я. Перец. А мама повторила за Ренальдом. И соль. Тушенка, перец и соль. Все в конце. Бе. Это вообще жесть. Ну что, друзья, ну всем пока-пока. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк. И если вам это понравилось видео, то пишите в комментариях. Все, всем пока.